Всем привет, ребята! И сейчас я буду рассказывать, где я был, ну, то есть где я отдыхал. Итак вот, впервые я отдыхал в Крыму. Так вот, слушайте. 25 августа 2013 года. Мы с мамой, дедушкой и бабушкой поехали в Крым. Ну, еще 24 августа. Я обрадовался, и мы поехали. Затем 25 августа 2013 года меня стошнило. И я блюванул. И я плакать начал. Ну, конечно же, в 2013 году мне 5 лет было. 5 лет было. Я тогда еще маленьким, и еще тем был. Тем еще плакался. Но сейчас уже не плачу. Итак вот, мы приехали в один прекрасный отельчик. И потом мы сняли номер на втором этаже. Мы с мамой один, а дедушка, бабушка второй. И вот мы переоделись и пошли на пляж. Я собрал несколько камушков и отнес домой. И вот все, конец. Всем пока!